Снова здравствуйте, всем привет. Так, вот теперь такой короткий ролик по вопросу, как зафиксировать ногу, да, чтобы, когда мы опускаем, допустим, кость, вот эту управляшку, у нас нога не тянулась. Давайте посмотрим, как это сделать. Можно настройка. Значит, выбираем косточку стопы, заходим в настройку кости, добавляем copy location, потом ставим арматуру, выбираем, значит, название вот этой вот кости, inverse kinematic, которая прикреплена. Она у меня 15-я. Вот. Арматура — это inverse kinematic кость. По прошлым настройкам. Теперь, значит, выбираем нашу зеленую эту кость copy location, ставим сюда 15-ю кость, Enter, и опускаем, поднимаем до предела вот этот вот head tail. Тройка на нампаде. Смотрим, как теперь все работает. Вот теперь нога до конца не опускается. Все. Точно так же можно настроить и руки. Давайте посмотрим. Если мы ведем кисть, она у нас вот растянется. При анимации, конечно, вот эта штука прикольная. Можно делать растяжение, не используя, допустим, растяжение костей. Ну, а если вам эта штука и на руках не нужна, ну, тогда выбираем первую косточку кисти, потом заходим, опять же, copy location, или через shift выбираем так, кость вот эту inverse kinematic, следующая. Делаем Ctrl-Shift-C и делаем, допустим, copy location. Видите, copy location добавляется к inverse kinematic. Так, если мы выберем кость inverse kinematic, выбираем через Shift управляшку, Ctrl-Shift-C, делаем copy location. Вот так и надо выбирать. Теперь 10-я кость и до упора нашу вот эту head tail. G. И все, теперь вот рука будет стоять на месте. Ну вот такая короткая информация. Если кому-то нужен будет этот вариант, вот так он делается. Все, всем пока, до свидания.